Здравствуйте, сегодня готовим вкусные мясные кексы. Можно брать с собой, можно просто для привлечения внимания ребенка. Получается очень вкусно и готовится очень просто. И для начала нам понадобится готовая запеченная грудка. У меня было 260 грамм в готовом виде. Я запекала в специях. У меня были карри и копченая паприка. Добавляем 2 яйца среднего размера. Далее нам понадобится овсяные хлопья 3 столовые ложки. И еще понадобится молоко 50 грамм, можно растительное, можно животного происхождения, берите то, которое вам нравится. Также соль, специи по вкусу. Аккуратненько закрываем измельчитель и все хорошо измельчаем. Получается вот такое однородное тесто, его нужно разложить по капсулам, также можно в принципе одним пирожком выпекать. К силиконовым капсулам не прилипает, к бумажным хорошим тоже не прилипает. Я сделала всего 5 кексов, украсила их долькой помидора, для того, чтобы было посимпатичней. И все, через 35 минут внимание ваших домашних, либо детей к мясу обеспечено. Также очень удобно брать с собой. Спасибо большое за внимание. До свидания.